машинка микроволновая Scarlett, модель SC291. Диагноз поступила, включается, гудит, но сильно воняет и почти не греет, почти не разогревает. Машинка Scarlett, я снял крышку и уже смог увидеть, в чем проблема. Значит, проблема оказалась в реле. Реле, керамические резисторы 5 ватт 47 Ом были вот такого, да, в керамике. Керамика от температуры растрескалась, поплавилось реле, но, собственно, поплавилось оно уже после того, как сгорело. Обычно, когда сгорает реле, не включается, тогда начинают разогреваться резисторы 5-ваттные. Они рассчитаны на кратковременное включение до тех пор, пока не включится реле. Когда через них идет нагрузка, они разогреваются. Здесь вот прямо выгорает пластик под ними, разогревается до красна. Ну и даже расплавляется часть реле. Реле 24 вольта. Под замену заменю их и заменю резисторы. Хотя они целые, потрескались, но номинал держит, 47 Ом так и осталось. Так, реле впаяно, резисторы 5 ватт поставил на место, решил, что они еще послужат, номинал соответствует, тем более, что при нагревании даже будет охлаждаться немного лучше, чем с керамикой. Ну, теперь тестируем, ставим воду, смотрим, как работает. Воду поставил, включаю вращение, тарелки есть, вода прохладная. Прошло 20 секунд. Останавливаем. Вода нагрелась. Получается, ремонт прошел успешен. Ставлю крышку, заднюю стенку, ну или верхнюю крышку, и ремонт закончен.